Так, вот это Юпитер у нас выползает. 11 июня 2019 год, Харьков, 22-23 по Киеву. Вчера было противостояние Юпитера на ближайшем расстоянии от Земли. Он был на одной линии с Землей и Солнцем. Но погодка была даже похуже, чем сегодня. И сегодня дымка какая-то присутствует. Но вчера было, да, по-моему, сейчас почетче. Четвертого спутника Галилеева не видно. Уже не помню, какой там сейчас спрятался. Ива, Ганимед, Ганимед, Каллисто, Европа. Да, сдается мне получше качество. Ну, меньше визуально, небо было почище, чем вчера. Но все равно вот это мерцание, оно явный признак того, что есть эти помехи в атмосфере. Ну и красавец. Считаю, что самое дальнее расстояние 900 миллионов километров. 980, по-моему, а сейчас 640. Мы практически по-домашнему. Лады. Самая крупная планета Солнечной системы. 2,5 раза тяжелее, чем все остальные вместе взятые, вместе с Землей, всякими с Сатурнами, которого я пока не вижу. Но скоро должен быть, обещался. Пока мы сосредоточимся на других объектах примечательных. Луна 4 дня назад была в Пиренее, то есть на ближайшем расстоянии от Земли. И пока ветерочек стих, я куда-нибудь денусь. Может, не будет трясти камеру. Не, есть ветерок. Вот эти колебания, это как раз ветер, которого даже я не чувствую. С такими увлечениями хватает. Прекрасно. Просто прекрасно. 22-26 по Киеву, 11 июня 2019 год. До смены мне еще 6 часов, так что время будет полюбоваться красотами. Я только что я снимал, ну, минут 30 назад. И как раз на фоне Луны пролетел какой-то объект. Ох, как мне охота сейчас вернуться и посмотреть домой на большом экране, что же-то там такое замечательное пролетело. Самолет, спутник, как раз на фоне Луны. Может, конечно, банальная птица, но тогда она как самолет летает, а крыльями не машет. О, кратер, как хорошо. Тени падают на него. Ой-ой-ой, куда ж ты убежала? До Луны сейчас 367 тысяч, по-моему, километров. Вообще ни о чем. 9 раз по экватору проехался. Вот тебе и на Луне. Экватор 40 тысяч километров.
это 367. Да, вот Луна хорошо освещена и гораздо ближе, конечно, чем Юпитер, поэтому... Ну и в зените сейчас. Юпитер все-таки еще низко над горизонтом. Ну, он выше и особо не поднимется. Ну, воды. А то я так прилипну здесь надолго. Сейчас дождемся Сатурна. Может быть. Ой. Ладно, на этом все. А то я тут сейчас наснимаюсь. И тренога ускакала от меня. Наш Харьков. Вон оно колесо обозрения в парке Горького. Ну, обозревать с него сейчас можно тоже, разве что Луну. 11 июня 2019 год, Харьков.